спустя 30 лет Tetris был признан самой коммерчески успешной игрой и вошел в реестр важнейших компьютерных игр в истории. Одним из самых популярных танцевальных хитов 84-го стала песня итальянского музыканта Тони Эспозито «Калимба де Луна». Летняя песня была настолько популярна на европейских дискотеках, что в том же году свои версии на нее записали другие популярные музыканты, такие как Бонни М и Далида. Все они были по-своему хороши, но превзойти оригинал все же не удалось. Путешествие во времени в компании «Радио 7». Тони Эспозито.